Друзья, всем огромный привет! Привет! Мы тихонечко подготавливаемся к Новому году. У нас остается уже несколько часов, но мы садимся немного пораньше, потому что у нас у мамулечки, красотулечки сегодня день рождения. Вот, тихонько начинаем таскать на стол, накрывать. Купили ребята себе вот такой вот фреш-бар, да? Фреш-бар взяли. Взяли сок, любимый тропический микс. Ну и тут разные вкусняшки, но это пока мелочи. И вот такие вот у нас креветочки. Посередине соус, все почищено уже. Все супер-пупер. Также, друзья, конечно же, мы решили каждый год, что у нас будет шарик. Игрушка. Да, елочная игрушка вот такая вот. С символом года. Вот у нас этот год, 22-й, у нас год тигра. А сейчас у нас год зайца. Кролика. Кролика. Ну, зайца, кролика и кота, по идее, да? И мы вот сегодня ездили в магазин Ашан, но мы ездили рано утром. Специально, держи, а то уронил. Ездили специально утром рано, чтобы успеть до вот этого пика, когда будут люди там все, да, чтобы вот этот, миновать вот этот кипиш весь, короче, предновогодний, чтобы пораньше. И мы ездили и купили там вот такой вот шарик с кроликом. Привет. Привет, привет. Димка сходил, порядок себя привел, помылся. А без веревочки, смотри. А веревочку как? Без веревочки еще, я думал, с веревочкой. Да, вот сейчас эту. Арчи не взять. Арчи ходит там тоже в ожидании что-то. Мы стол специально отодвинули, чтобы он не кушал. Сейчас вот. Сейчас повесим. И каждый год вот так вот мы планируем брать. Каждый год мы планируем брать игрушечку вот такую и вешать на елку. Побольше. Повесь сюда рядом. Посередине. Где-нибудь рядом, наверное, но игрушки, конечно, разные, понятно, да? Но мы на это и не планируем. Вот сюда, наверное. А вот, нормально. Он тянет так ветку вниз. Из Алисы в стране чудес кролик. Ага. Вот такой вот. Не упадет? Нет. Вот такой вот здесь крол у нас, видите, кролик. Да, из Алисы в стране чудес. С там часами. Зайчик, а держит в руке часы. Это из другого набора, ну, вот так вот мы как бы, ну, мы, но навряд ли когда-то у нас совпадет даже набор. Да. Все шары будут разные, потому что каждый раз, ну, разная игрушка, разный производитель, разная зверюшка. Очень красивая вот эта штучка сверху, держатель. Ага. Все, а мы тихонечко начинаем подготавливать, скоро начнутся новогодние передачи уже, и будем носить наши вкусняшки. У нас, кстати, сегодня это у нас салатик с кальмарами. С крабами. А, это с крабами, а есть еще с кальмарами, да? Да. Есть еще с кальмарами, вон там, да, наверное? Мы по рыбе нынче. Да, это с кальмарами. Любим мы рыбное что-нибудь, такое морских гадов. Ну, прикольно. Ну, мы всегда, конечно, едим, а вот на Новый год прям, ну, прикольно. Взяли также спаржи, но мы купили в Ашане уже готовую, это взяли, наверное, на Рождество. Наверное, сделаем на Рождество. У детей еще вот такой вот фрутти. Это у нас шампанское банановое. И на горячее мы решили, чтобы не есть больше закусок. Так, я думаю, будет, ну, более целесообразно, короче. Вот так скажем. Так. Решили. Просто мы горячее не делаем. Да, решили сделать вот такие вот ребрышки. Вот это ребра. Они у нас готовятся еще, а мы пока накрываем, тихонечко носим на стол нашу вкусняшку. Так, по-свдеповски. Да нет, это что, хорошо. Взяли лучка на рынке. О, свой-то был, когда на даче такой, как хорошо. Свой-то и вкуснее. Все, носите, вот грибы несите этот. Грибочки вот еще, да, сало, вот смотрите, сало белорусское. Тоже кусок сейчас порежем. Грибы. Димка, держи. А вы конфеты рассосете у тебя? Ты их там оставь. А там? Конечно. Там на столе оставляй. О, и салатики. Вот у нас только два салата будет. Вот салат вот такой вот крабовый. Там такие не палочки крабовые, а прям такие куски. Не ели, наверное, что с трех. Даже, наверное, раньше. Так, уже кушать охота вообще. Сейчас мы стол подвинем. Двое, наверное, будут нас сидеть на диване, да? А потом это двое по торцам на стульчиках. Дорожку беговую убрали сюда, в коридор. Пускай она здесь у нас стоит. А мы
дальше. Продолжаем носить, таскать. Грибочки. О них, наверное, тоже надо в тарелке, да? Грибы коралловые, вот такие тоже обожаем. Черные, коралловые. Вот такие черные. Рыбку посолили, тоже Алла сделала. Красную. Вай-вай-вай. Хорошо. Салат с кальмарами обожаю вообще. Здесь, значит, огурец, кальмары. И что у нас? Яйцо, нет? Сыр и яйцо вот здесь вот. А здесь кукуруза, яйцо и крабовые палочки. Ну, как бы, ну, куски. Не крабовые палочки, как бы. Крабовое мясо, но это, конечно, не мясо, а рыба. Короче, стол накроем. Будет, как всегда, много ломиться. Кстати, вот прикольно вот эта вот акция. Вот в Пятерочке была. Сегодня последний день. Вот стаканы. Вот эти вот стаканчики. Вот за эти два стакана. Вот за эти два стакана мы отдали 1 рубль. И вот так мы набрали за 6 рублей. Представляете? Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну у нас еще стаканы. У нас в общем этих стаканов 12. За 6 рублей 12 стаканов. Стаканы шикарные. Хорошая была акция вообще. Сегодня последние два стакана забрали, новенькие. Вот. Так что. Точка, неси стакан, тихонько. И расставляй. Знаешь, там как это? Угу. Каждому. Это рыбка. А, эти еще эти же. Мы взяли. Морские гады-то вот эти вот. Сороконожки-то эти, как они? Сороконожки. Тут их много. Баночка оказалась маленькая. О, баночка. А мы искали, хотели еще дополнительно взять. А нам, оказывается, и так хватит. Хватит. Вот эта рыба, кстати, это своя. Это горбуша. Алла ее засолила где-то. Сейчас поймала, потом засолила. Дня два назад. Да, поймала, долго ловила. Шутка, конечно. Вот. И вот такие вот эти морские осьминожки. Маленькие. Вот такие. И быстро большие. Вот осьминожки. О, собирается у нас стол. Кстати, точно, напитки-то, напитки. Я в Питере, мы когда ездили в Питер, там, в общем, нашел в одном магазине в Санкт-Петербурге вот такой вот интересный напиток. Называется вот Морозов, перегон номер 6, настойка сладкая, на рогах северного оленя. Производится на заводе город Великий Устюг в заповедном северном крае России. Черноплодная с вишней. 500 мл, вот такая бутылочка, 18 градусов. Очень сладкая, вкусная, блин, вообще классная. Вот кто-то где-то, она есть в магазине Лента, есть в Ашане. Вот я взял пару штучек, вот таких вот. Вот одна на столе, одна вот. Это нам на работе подарили, тоже, кстати, хочу показать. Подарили на работе вот такой вот коньяк. Мисс Хор, произведено в Крыму. Вот такой вот коньячок. Нам каждый год дарят. На работе бутылочку коньяка. В этот раз начальник сказал, что ездил летом в Крым и специально там, ну, попробовал и увидел, и для нас, для рабочих, купил вот по такой вот бутылочке, каждому бутылочку коньячку взял. Но это я оставлю, наверное, на Рождество, пока у меня все вот так вот хватит. Вот это все я уберу. Также взяли, мы садимся сейчас раньше, я напомню, что у Аллы день рождения, садимся отмечать. И это на Новый год уже, то есть под куранты, обязательно шампанское, но это не совсем шампанское, это игристое вино. Санта-Стефано, все, я думаю, знают. Нормальное, хорошее вино, недорогое, рублей 240 оно стоит. Вот розовое, очень необычный вкус, похож на землянику. Я его, наверное, достану уже, чтобы оно было маленечко не холодное, ну, такое, комнатная температура, а то потом пробка не выстрелит. А так вроде у нас уже, вроде все. Это напиток, это так, на январь, на завтра, например. Вот. А, и вот такие вот. Это уже, я не знаю, ну, пиво, пивной напиток, какое-то необычное.
Вот по 100 рублей за бутылку, за банку вот за такую. Наверное, чем отличается, конечно, пиво вот такое, например, от Балтики, ну, не знаю. Ну, наверное, качеством, я думаю. Потом Алла нам расскажет. О, оливочки, я думал, не будет. Это оливки или... Это маслины. А, маслины. Нет, черные это... оливки, да? Черные оливки. Или наоборот. Ай, я запуталась. Там на банке написано. Но... О, грибочки, да. Грибочки. Все, вот такие. Носите. Черные, белые. Очень вкусные вообще, вот обожаем. Это как бы... Ну, на пол ничего не сравните, несите аккуратно. По-корейски, не по-корейски. Ну, остренькая такая. Ну, у нас что остренькая, все... У нас что остренькое, все по-корейски называют. Стаканчики, Димка, принесешь? Да. Я пока немножко отдохну. Так. Ладно. Так. Куда поставить-то? Вот так поставлю пока. Потом если что переставим. Слушай, я же не достал. Баночку-то одну. Так вот. Это, ну, пускай стоит, ладно. Там так душно. В ванне? Угу. Так ты не закрывай, поди. А раз душно, пускай это. Дима там вечно моется. Малеха. Это Дима моется, как в бане. Как в бане. О, красота. Давай, смотри, сделай это. Сейчас, сейчас, иду. Спаржа. Обожаю. Спаржу эту купили готовую уже. Ее купили в Ашане. Подожди, тут надо как-то все сейчас нам... Оливки? В оливки расставлять. Ничего. Оливочки, все. Хороший, хороший получается. Иди сделай арчику на всякий. Хороший столик получается. Сейчас нарезочку сделаем еще вот. Сало белорусское. Не съедим, 5 секунд. И колбаску вот сырокопченую. И еще взяли... Ну вот баночку. Ну так, они дорогие, конечно. Вот эта баночка сейчас она стала меньше весом, да? Угу. 75 грамм сейчас стала вот весить эта баночка. А стоит также 300 рублей. Это еще по акции, в Ашане она дороже стоит. Или, а там больше, наверное, размером. В Ашане, наверное, большие, побольше, но все равно дороже. Обычные. Нафиг надо. Так, мало, конечно, здесь вообще. Мы вот взяли тарталеточки, вот такие маленькие. И хотим с маслом, ну то маслечко маленькое, и сверху этого. Я, наверное, не буду целую колбасу, я маленько не съедим. Икры, вот так хотим сделать, тарталетки с икрой. Берем колбасу? В пакетик. Можно не всю, но. Мандаринки. Ну так. Мандаринки, ну положить так, угу. Для ощущения праздника. Вот такая красота у нас получается. Ну, я, короче, сильно не экономлю. Да нет, что, куда, ну... По три икринки ложить что? Тоже как бы смешно. Нас немного, нам хватит. Да, конечно. Была бы у нас компания там, если не что, знаю, что, я вообще не 10. Ем икру, то вообще больше. А, ну вот. У нас Димка тогда слупит. А только в путь. Все. Это можно все. Так, что я? Ну, сейчас я помою. Я вот это понес, да? Да. Вот. Такое вот мяско. Ну, как бы оно сало, но видите, какое оно, как грудинка. Такая. Уже места-то нету. Все, проблема. Какой стол у нас получается. Сильно много делать тоже, да? Все это останется, потом это будет тухнуть, стоять там первого, второго, третьего там. Но у нас, кстати, еще у нас на горячее, да, и так много сделали. У нас на горячее ребра, вот эти вот. Ну там не ребра, там они вот такие ребрышки, там больше мяса даже. И взяли пельмени. Ну если захотим, вот прям пельмени вот. Просто Новый год, это как бы всегда должно быть на столе там как бы богато. Но так оно. Ёшки. Видишь, я говорю особо. Все, вот. Ну, сейчас мы тут. У нас больше ничего нет. Мы когда сядем, ребрышки, мы когда сядем, это раздвинемся уже, кто куда сядет. А так вот такой вот у нас, друзья, стол новогодний. Новогодний
день рожденский, короче, все у нас в одно. Видите, сколько у нас праздников? Да. Сейчас, наверное, ну я, наверное, в этой буду футболке-то. А я просто что-нибудь накину сейчас еще. Но мы дома уже. Чтоб, главное, чтобы нам было удобно. Свет сейчас. Вот этот? Стульчики. Не, не надо. Стой. Не надо где этот. Где она там? У Насти горит, а где? У Насти а? В коридоре. Стул надо у Насти взять. Это Арчи у нее написал, мне. Хулиган. Ребрышки еще маленько стоят. Написал у нее на кровать. Слушай, а тут что на матрас. Так, что, мамуля, мы с тобой садимся, это? Я с бочком могу вот тут. Я думал, на диван, нет? Не. Не хочешь на диване, на стуле я больше? Я не люблю, я на стуле, у меня спина болит. Где хотите сидеть? Да мне без разницы. Мне без разницы. Так, на диване сядь, поехали. Давай с тобой подвинем. Вы садитесь на диван, тогда мы с папой напротив сядем. Держи. Тихонько. Я не могу сидеть на диване, мне удобно. Папа, может, тоже на диван сесть? Я вон Димин стул. Димка, выкати мне твой стул, я вообще по-королевски сяду. А, ты все-таки на тот? Я, наверное, тогда на этот сяду. Ой, блин, мне надо что-то переодеться, ведь я хожу тут купить. Переодевайся. Что, я тут, наверное, сяду, да? Ну, а что, мы так сядем, да? Ну, хотя, что мы тут? Да, конечно. Не в разных же комнатах. На разных углах. Дети там сядут на диванчике. Будем сейчас телевизор смотреть. Там сейчас передача какая-то будет интересная по ТНТ. Как называется-то? Самоирония. Самоирония. Самоирония, да? Потом Камеди Клаб будем смотреть. Все? Готовы? Готовы справлять? Голодные, блин. Вообще, время уже где-то 8:30. Ну вот мы... да, вот время. Часы, кстати, сделал. Часы не работали, сделал. Механизм поменял там. Смотрите за Арчиком. Время 8:30, да, Арчику ничего ни в коем случае нельзя. Если что, его вон сразу туда. Знаю. Садить туда его и пускай он там сидит. Ну что ж, начинаем отмечать сперва мамин день рождения. Прежде чем нам начать, мы, конечно же, приготовили наши любимые мамульчики огромный сюрприз. Песню, пляски там, как обычно. Давайте. Вот. Ну, сегодня просто так. Мамулька. Тебе нужно пока что уйти в комнату, в нашу. Да ладно. Да. Нам нужно кое-что приготовить, и чтобы был сюрприз. Чтобы у нас был сюрприз. Можно на кухню уйду? К ребрышкам. Да. На кухню? А, ну к ребрышкам, давай к ребрышкам. Арчи, пошли. У нас там ребра жарятся, так поэтому. Вот. Долго? А мы, не, недолго. А мы сделаем сюрприз. Будет сюрприз для мамы, ну и для вас тоже. Арчи, смотрите за собакой. Смотрим. Выключим свет. Надеюсь, у нас... Видно. Более-менее видно, да? Настя, включи вот эту вот. Кнопку нажми. Ага. О! И эту, да? Ну, вот, ага. Во! Вот так красивее немного. Мамулечка, ну что ж, мы тебя поздравляем с днем рождения, желаем тебе самого наилучшего. Самого наилучшего, конечно же, здоровья, счастья. Ну, любви у тебя и так много тебе. Любви у тебя дофига. Так что, мамулечка, главное здоровье. Еще и остальное все будет. Я всегда желаю всем здоровья. Это самое главное в жизни. И мы хотели, конечно же, для тебя исполнить песню. Самую известную. Реветь не буду, да? Реветь ты не будешь, ты сейчас захочешь пойти к нам сюда танцевать в пляс. Давайте. Вот. И эта песня. Готовы? Да! Давайте я, наверное, тут поднастрою, да? Да! Сейчас. Она, наверное, громко пойдет. Ты в телефон смотрела? Раз. Так, Настя, подключено? Ага. Подключено, ну. Так. Ну, давайте. Давай, начинаем. Я давайте не скрайно, да? Я подсмотрю. Ты что, Арчика, сейчас. Настюшка, ты подключила? Да. Точно? Да. Ага, вот это он болен. О! Мамулька! Давайте. Подождите. 20. Секунду. Все? Готовы? Да! Арчи? Музыку! Пусть берут меня ближе, пусть не холодно.
Леночка! С днем рождения! Да, в тот день рождения мы пели песню такую, да, как бы? Я ревела, блин, песня сидела тут. Она была, да. С слезами горючими. Такая, ну, зато такая душевная песенка была. А нынче песня у нас веселая. Да, классно. Ребята, ну, Димка, твой выход теперь, точно. Мы же так быстро подготавливаем все это, понимаете, мы же волнуемся еще. Меня вот человек, вот этот, собака вот эта волнует. Димка! Разверни, разверни правильно-то. К мамульке, передом. Где-то его прятали. А, мамулечка. Спасибо. С днем рождения, мамулька. Спасибо, моя. С днем рождения. Спасибо. Вот. Там, Димка, банку неси, чтоб сразу. Давай его вот сюда поставим, да? У нас же ваза грибы. Ну ладно, да. Пока там он в банке был, давай пока в банке его поставим. Вот такой вот. Разные. Розовенький, сиреневенький. Арчик. Арчик не может весь. У Арчика эмоции тоже от этого всего, от шума, от всего. Ну пусть пока так, потом мы переставим в вазу. Мамулечка. Спасибо, мой родный. Спасибо, мой любимый. Это подарок твой. Ну, какой подарок? Давай, Настюшка, ничего. Так, Настюшка, давай-ка, знаешь что? Мамулька, не уходи. Не уходи. Еще не все? Да, ждем, ждем. Димка, давай я пока возьму. Настя сейчас мне стих расскажет? Нет. Сейчас выход Насти. Настюшка, твой выход. Настюшка, давай. Ждем. Я прям засмущалась. Сюрпризы, подарки. А Настя, знаешь, что подарили? Это ведро майонеза! Ура! Ура! Ведро майонеза! Это 3D да. Вот такой вот слепок. Димка, Настя, подержи, я маленечко расскажу. О, круто, спасибо. Это вот такой вот 3D слепок рук. Потом увидите, сделаем обзор на него отдельно. Все классная штука, очень. Вот. Руки, в общем, вот так застывают. Причем они такие большие, я не думал, что вот такие вот. Круто. Такое ведро. Вот. Я вот. Думаю, что за ведро? Арчи, тихо, ты что там? Класс, вообще, вот это вообще офигенно. Потом покажем, очень классная штука, реально. Будет такая статуэточка будет. Будет статуэточка из рук, как из гипса, типа такого, из гипса. Да-да, круто-круто это. Ну, и это еще даже не все, представляете, друзья? Это еще есть мамулечка, потому что мы тебя любим. Я вас тоже люблю. А сейчас серьезно, ведро майонеза сейчас. Ты же любишь пельмешку? Ну-ка, фу, ты что такое? А сейчас настоящий ведро майонеза. Все, шучу? Все, сейчас выход мой. Господи, вы что там наготовили? Я сразу скажу. Наготовили майонез. Майонез с бульменями. Майонез с пельменями наготовили. Да, мам, первый. Сейчас ведро целое. И коробка таинственная. Сразу хочется сказать. Хомячок? Нет. Да. Сразу хочется сказать. Давай маленько куда поставлю. Очень таинственная коробка. Вот. Нет, вторая тут. За... Сразу хочется сказать, что основной подарок у нас это все-таки вот это вот. Ну, я поняла. Да. Вот это основной подарок, вот это. Ребят, пойдем сюда, поближе ко мне, там не видно вас. Это второстепенно, но было бы странно, если бы его дарила Настя. Точно хомячок. Держи коробку. Привет. Белочка отца потом? Да, разобьется скоро. Упадет, лапку сломает. Лапку? Да, белочка. Золотую. Золотую. Все, убирай. Этот, как оно, этот? Убери коробку, и Арчик будет драть. Компания 20 лет Fox, или как там, знаешь, ну. Представляет, знаешь, 20 лет Fox. И полетели буквы. Полетели буквы. Тихо, не кричи. Тихо. Летят буквы и вылетает. Вот такая вот Ника. Золотая жена. Подожди, я прочитаю, можно? Да. За терпение, за понимание, за поддержку, за мудрые советы, за то, что ты среди миллионов. Одна такая. Ура! У меня, короче, есть медаль. А, теперь есть Ника. Мне теперь положен что только пишу? Кубок. По возрастающей. Мамулечка, спасибо. С днем рождения. Спасибо, мой дорогой. Вот такая вот, вот такая вот, это Ника. Это Ника, наверное, как в фильмах, да, вот такая вот? Я вот точно не знаю, мне кажется, это дают статуэтку в фильмах, да? Честно, я не знаю. Ника, это Ника, вот это, ну как? Ну, наверное. Вот. Золотая статуэтка, тяжелая, раз тяжелая, любящая. Нет, золотая жена, вот, называется золотая жена. Ну, такая легкая.
ладно. Вот. Ну все, давайте праздновать, спасибо. Ну, с днем рождения. Все перецеловались. А знаете, что я еще скажу сейчас? Прикиньте, что это еще не все, друзья. Представляете? Настя не знает. Это еще не все. Никто не знает. Это сейчас они офигели все. Че? Сейчас они все офигели. Так. Сейчас будет шок. Маленький шок. Об этом не знает никто. Арчи, не шуми. Мама, мы сами обозначаем. Я не догадываюсь, что происходит. Пока... Маленечко отойдите. Так. Или вот в комнату, пожалуйста. Давайте в комнату, ладно? Все, быстро. Быстро. Быстро.